Ну что, наконец-то мы в Париже. На главной площади. Там, где вся красота. И то вообще, о чем рассказывает и показывает по телевизору про Париж. Вот мы находимся на этой площади. И сейчас идем в Лувр смотреть на Джоконду и других интересных экспонатов. Самая основная статуя находится так, не ошибешься. Такая лестница, как пьедестал. Сейчас ближе подойду. Вот такие тут потолки. Ну а вот мы в зале знаменитой статуи Венеры Милосской. И если Мону Лизу я снял практически очень-очень подпольно, потому что нельзя было этого делать, то здесь можно снимать в открытую. Сейчас пойдем посмотрим, как выглядит Венера Милосская спереди. Видел, наверное, весь мир. По картинкам, по телевизору, где угодно. Но как она выглядит сзади, можно посмотреть только здесь.